Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 427. Раскройте скобки. Выражение первое. 4 умножить на а плюс 2. Раскрываем скобки следующим образом. Первый множитель у нас 4, а второй множитель у нас скобка а плюс 2. Тогда мы вначале 4 умножаем на первое слагаемое, потом ставим плюс и умножаем 4 на второе слагаемое. Получаем 4 умножить на а плюс 4 умножить на 2, или это будет равно 4а плюс 8. Обратите внимание, что произведение 4 на а мы можем знак умножить не ставить между четверкой и а. Так, второе. 3 умножить на m минус 5. В виде второго множителя у нас скобка с разностью m минус 5. Тогда мы вначале 3 умножаем на m, дальше ставим знак минус и 3 умножаем на 5. Получаем 3m минус 15. Третье. Скобка в скобке p минус q умножить на 9. Тогда мы раскрываем скобку следующим образом. Мы 9 умножаем на p, потом ставим минус и потом 9 умножаем на q. Получаем 9p минус 9q. Четвертое. 12 умножить на а плюс b будет равно 12 мы умножаем на а, потом ставим плюс и 12 умножаем на b. Пятое. 5 умножить на 2m минус единица. Вначале мы 5 умножаем на 2m. Потом ставим минус, потому что у нас здесь минус, и 5 умножаем на единицу. Получаем 5 умножить на 2 – 10. 10m минус 5. И шестое. Скобка 3c плюс 5d умножить на 14. Ну, это все равно, что 14 умножить на скобку, в которой 3c плюс 5d. Поэтому мы вначале 14 умножаем на 3c, потом ставим знак плюс и 14 умножаем на 5d. 14 умножить на 3 – это будет 42, 42c плюс 14 умножить на 5 – 70, 70d. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.